С начала 2012 года для удобства жителей Алифарабийского района медицинская лаборатория «Мегалаб» открыла очередной приемный пункт. Приемный пункт соответствует полностью требованиям санитарно-эпидемиологической службы Казахстана и находится в шаговой доступности от остановки «Спортивная» по улице Байтурсынова. Пройти лабораторное обследование можно в будни с 8 до 15 часов, в субботу с 8 до 13. Лаборатория «Мегалаб» начала свою работу в августе 2011 года. С того времени в городе и в области открылась сеть приемных пунктов. Один из них в микрорайоне «Спортивный», находится на улице Байтурсынова. Все анализы, которые проводятся в лаборатории, независимо от того, где взята кровь, в каком приемном пункте, проводятся в течение 24 часов, что крайне важно для быстрой постановки диагноза. В «Мегалаб» создан целый комплекс обследования, который можно сдать самостоятельно и без направления врача. Наша лаборатория предлагает профили «Комплекс 2». 40% скидкой. Эти комплексные обследования помогают мужчинам, женщинам выявить какую-то патологию репродуктивной системы. Кроме того, эти комплексы позволяют выявить риски развития различных заболеваний и диагностировать различные заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы, щитовидной железы. Кроме того, мы предлагаем комплекс для людей с лишним с избытком веса, а также для детей с проблемами роста и развития. Для удобства пациентов всегда работает горячая линия 8 800 080 50 10. Круглосуточно и бесплатно.